Улица Софьи Перовской – одна из самых оживленных и опасных магистралей города. Однако дойти до пешеходного перехода получается не у всех. Кто-то переходит дорогу там, где им просто захочется. Такие нарушения чреваты серьезными последствиями. С чем заканчиваются такие пренебрежения правилами дорожного движения? Сами видите, каждый раз в средствах массовой информации, да? Наши статистики, если обратиться, сколько дорожно-транспортных происшествий происходит и какие последствия, вплоть до летального исхода. В Уфе в прошлом году под колеса автомобилей попали более 600 пешеходов. Жизни 40 людей прервались на дорогах города. По словам сотрудников госавтоинспекции, в 30% ДТП виноваты пешеходы, которые пересекали дорогу в неположенном месте. Сами нарушители объясняют свои поступки спешкой. Торопился. Ну, больше не буду так делать. А знаете, к чему спешка приводит? Знаю, знаю, я взрослый уже. К чему? Ну, к аварии. К аварии приводит. Людей ждали настолько неотложные дела, что они не доходили до пешеходного перехода буквально пару метров. Любители прогулок по автомобильным дорогам ждет штраф – 500 рублей. На нарушителя составляется административный протокол. Наказание ждет и тех, кто не пропустил пешеходов на зебре. Чего не пропустили пешеходов? Я не заметил. Машина остановилась. Как бы. Первый раз только в город заехал, сам с Москвы. Поэтому не пропустил. Сотрудники ГИБДД признаются, что взять под контроль все дороги города они не могут. Пешеходы сами должны соблюдать элементарные правила, которые смогут сохранить жизнь. Это не только переход в установленных местах, но и ношение зимой яркой одежды и светоотражающих материалов. Андрей Шарыгин, Александр Кузнецов, городской телеканал ЮТВ.